Всем привет! С вами снова я, Максим Богинский, брокер of record компании Right at Home Realty Investments Group, занимающийся инвестициями в квартиры на начальном этапе строительства. Мы очень тщательно относимся к выбору проектов для наших клиентов и выбираем именно те районы, где в ближайшее время мы ожидаем резкое поднятие цен. Мы не опираемся на общее подорожание рынка. Основным двигателем роста цен в этих районах является предстоящее существенное подорожание самого района, где будет строиться кондоминиум. Существует множество факторов, влияющих на изменение цен в районе. Мы их тщательно анализируем, и если приходим к выводу, что цены тут неминуемо пойдут вверх, начинаем работать с этим проектом. Как правило, мы имеем доступ к проекту первыми. До того, как проект официально будет открыт к продажам, это дает возможность инвесторам, работающим с нами, приобрести лучшие квартиры в проекте, получить максимальную скидку и особые условия контракта. В самом начале ноября мы выводим в продажу проект Highland Commons, который будет строиться в районе, где, по нашему мнению, в ближайшие годы цены на квартиры будут расти на порядок быстрее, чем в целом под GTA. Это один из наиболее перспективных районов для инвестиций, и мы нисколько не сомневаемся, что инвесторы, вложившие деньги в депозиты строящихся квартир, в этом проекте получат в будущем отличную прибыль. Проект Highland Commons будет строиться в юго-восточной части района Скарборо, прямо у входа в Conservation Area. Это крупный лесной массив вдоль реки Highland Creek. Conservation Area состоит из трех соединенных между собой парков. Это Colonial Danforth Park, Lower Highlands Park и Port Union Waterfront Park с множеством дорожек для пеших и велосипедных прогулок и, конечно, большим пляжем на озере Онтарио. Недалеко от проекта находится недавно построенный к панамериканским играм великолепный спортивный центр, что также добавляет привлекательности этому микрорайону. Транспортная доступность района уже сегодня отличная. Недалеко от проекта сразу две станции GO-поезда, время пути от которых до Union Station в даунтауне Торонто около получаса. Жить при входе в крупный лесной массив, на берегу реки и недалеко от пляжа и при этом иметь возможность оказаться в даунтауне Торонто чуть более чем за полчаса дорогого стоит. Но это лишь вершина айсберга привлекательности этого района для инвестиций. Все дело в том, что кондоминиум-комплекс будет построен всего в 10 минутах ходьбы до Скарборо кампуса University of Toronto, где на данный момент обучается около 15 тысяч студентов и всего 750 мест для проживания студентов на кампусе. Комфортабельного современного жилья в непосредственной близости к университету практически нет. Кроме этого, рядом Centennial College, также большое учебное заведение с большим количеством студентов. Все это делает будущий Highland Commons крайне привлекательным для аренды. Квартиры тут будут сдаваться молниеносно и по астрономическим ценам. Но и это еще не все. Строящееся продолжение линии Eglinton LRT в будущем будет иметь остановку прямо около университета. В 10 минутах езды от проекта к 2030 году появятся сразу две станции метро. Планы по застройке района грандиозны, и в будущем район обретет большое количество жилой, торговой и офисной недвижимости. Но войти в такой район на начальной стадии развития, когда цены еще не успели убежать вверх, это просто клондайк для инвесторов. Воплощать проект в жизнь будет компания Altri Developments, зарекомендовавшая себя как надежный и качественный застройщик и уже построивший десятки великолепных проектов. Highland Commons – это будет 8-этажный mid-rise condominium комплекс, рассчитанный на 620 квартир различных площадей, от небольших квартир-студий до просторных трехбедрумных квартир. Amenities комплекса будет соответствовать уровню 5-звездочных отелей. Тут будет все для суперкомфортной жизни. И в будущем Highland Commons, безусловно, станет жемчужиной этого микрорайона. Также для инвесторов очень важен ценовой диапазон проекта, а этот район находится в самой начальной стадии бурного развития, и цены тут пока очень дипломатичны. Цены на квартиры тут будут начинаться от 450 тысяч долларов, и 70% квартир в проекте будут продаваться ниже 650 тысяч.
Это поистине уникальное предложение для инвесторов, и мы не сомневаемся, что проект будет распродан молниеносно. Более подробную информацию о проекте можно найти на нашем веб-портале www.newgtacondos.com. Там же можно оформить предварительную заявку на квартиру. Напоминаю вам, что все, кто отправляет предварительные заявки заранее, при выходе проекта в продажу имеет возможность выбрать квартиры первыми. Так что не откладывайте и отправляйте заявки как можно быстрее. Этим вы существенно увеличиваете шансы получить выбранную вами квартиру. В четверг, 11 ноября в 6 часов вечера мы проведем онлайн-презентацию проекта. И если вы зарегистрированы на портале www.newgtacondos.com, вы получите приглашение на вебинар на ваш email. Не упускайте свой шанс очень выгодно вложить деньги в один из лучших инвестиционных проектов этого года. С вами был Максим Богинский. Не забудьте поставить лайк, а также присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram. До новых встреч! Thank you.